Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И я хочу продолжить прохождение ивента. Пожалуй-ка, приступим. Что мне на этот раз за испытание предстоит пройти? Давайте-ка глянем. Ну, ромашка хорошая. Так, смотри-ка, ё-моё, тут замороженные. Плюс там, видели кто? А, вот оно как. Хорошо, давай сюда мы поставим Бонг Чой. Сюда то же самое. Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Идут, идут голодранцы. Так, надо нам все вот это вот здесь разбомбить от греха подальше. Так, горячая картошка, да? Давай сюда влепим. Смотри, идет зомби, а? Давай атакуем его. Так, сверху еще зомбарь. Сверху зомбарь. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. И я не могу понять, что это за фрукт у нас такой. Мне кажется, это как тип перца, что ли, болгарского, да? Или я ошибаюсь? Но это не тыква. Хотя и похоже. Так, ладно. С тобой вот так вот все выставим в рядок. И на каждом ряде у нас будет еще и Бонг Чой стоять. Ой-ой-ой-ой, вот это мне не нравится, ребята. Вот чувак с белками. С кем там, не с белками, а с кем-то там сусликами, бурундуками. С кем там, фиг его знает. Картошечка печеная. Давай сюда ее поставим. О, начинается вот это вот двигание. Они, смотри, они толкают эти глыбы. Понимаешь? Нам нужно здесь их топить как можно быстрее и уничтожать. Давай еще поставим сюда растение, которое будет у нас растапливать всех этих зомби. Да что ж ты будешь делать, а? Все двигает и двигает. Так, ладно, давай топить. Пускай отходят они. Они все толкают и толкают. Все толкают и толкают своих зомби этих, а? Ко мне. А мы все с вами разогреваем, отапливаем, да, и уничтожаем. Замкнутый, так сказать, круг. Слушай, ну Бонг Чой, кстати, очень хорошо справляется с этими хорьками. Очень хорошо. Слушай, у нас сейчас будет последняя волна с вами. Че так здесь не дают мне росточков, листочков? А, во, выпал. Неужели, дождался его? Давай, наверное, тогда зарядим. Это кто такой? Это что за попрыгун тут приземлился мне, а? Халабуда, понимаешь ли. Так, давай сюда выставим. Монетки забираем. Офигеть, у нас тут с вами растений просто от души. Очень много, смотри. И никто ничего нам не сделает, по-моему. Не смогут. Мы здесь всех уничтожим. Так, пошла серьезная волна, да? Где там с флагом, чувак? Вон, уже его подбили. А этот сейчас будет хрумкать, да? Ай-яй-яй. Начинает уже есть, но мы его подбили. Слушай, мне кажется, мы пройдем с тобой это испытание. Причем довольно легко. Я думал, будет намного сложнее. Так, листочек. Давай-ка оттаивать. Что я хотел сделать? Да я даже не знаю, что сделать. Давай бомбанем еще разок. Все, тут остались единицы зомбарей, и мы их добили. Ну что же, давай заберем тогда... А награда здесь полагается? Полагается. Три пиньяты на наш выбор. Неплохо, неплохо. И 1000 голды. Ну, слушай, ну, три эти солнечные жабы. Это хорошо. Так, остается еще нам три раза пройти, и будет главная самая пиньята, которую мы заработаем. Мы с тобой остановились на 6-й миссии. Так, давай-ка мы, наверное... Да не будем мы... Нет, зайду-ка я все-таки на огород, хочу глянуть. Может быть, здесь можно что-то собрать и посадить новенькое. Ох ты, смотри-ка, у меня будет кактус под ультой. А, кстати, если я, например, его возьму на ивент, это будет, наверное, круто, да? Давай-ка я возьму, наверное, кактус. Также возьму сюда бумеранг и кукурузу. Не хватает только подсолнуха. Ладно, давай еще возьмем капельку. Я хочу, знаешь, что сделать? Пойти и попробовать пройти одно испытание на Пенни. Там побег Пенни или как там называется-то точно.
Это мы с тобой пройдем и так, без супер буста. А вот Пенни, к сожалению, ну, никак не проходится. А ну-ка глянем. А что у нас здесь? Что так долго-то все, а? Какое бы испытание нам пройти? Кстати, здесь, ребят, я прошел вот второе испытание. Получил, по-моему, 10 карточек на живуна. Ну, вот это вот вряд ли я, конечно, потяну. Можно вот здесь попробовать? Что нам будет даваться? 4 гема. 4 гема. Блин, ну из-за 4 гемов я даже не знаю. Тут, смотри, тоже 10 карточек живуна. Попробовать? Нет, как думаешь, а? Мне сказали, что очень сложно. Здесь 5 карточек. Давай пойдем на живуна. Все. Будем зарабатывать с вами 5 карточек. Они нам пригодятся. Хотя живун особо, ну, меня не интересует. Но тем не менее. Так, взять нам нужно с вами перк. Я возьму вот этот. Очень мне понравился перк, который гипнотизирует зомбарей. Ну и берем, конечно же, капельку. Кто у нас там еще? Кукуруза, по-моему, под ультой. И возьмем обязательно стебелек. Я не знаю, орех нам нужен или нет. Пока не будем его брать. Бумеранг и подсолнух. И последнего нам осталось с тобой взять. И это, наверное, будет... Я не знаю, тут еще эти чуваки с надгробиями, которые будут выставлять, да? Шипы, что ли, взять нам? Или вот этого лучше? Погнали, короче. Ждем, ребята. Так, высаживаем подсолнухи, которые нам... Я что? А, я должен здесь продержаться 2 минутки, да? Слушай, ну я думаю, здесь ничего сложного нету. Так, тучка полетела. Угу. Выбросил свое надгробие, а мы его уничтожим сейчас. В 3 секунды. Так, дайте мне энергию. Куда? Куда ты разогнался, а? Зомби с ведром на голове. Хорош, успокойся. Давай-ка мы его... А, мы тут всех замораживаем. Мы тут с тобой замораживаем всех. Эти надгробия надо уничтожать как можно быстрее, иначе их здесь будет очень много. И они будут нам мешать. Так, кукурузы. Выставляем с тобой целый ряд. И бумеранги. Давай вот сюда запустим. Надгробие убираем. Кукурузу сюда выставим. Так, капелька. Капельку надо выставлять сюда. Так, новое достижение я получил. Bell of Zero. Что-то ниже нуля, что ли? Типа того. Ну-ка, кукурузу. Опс. Слушай, довольно неплохо мы с собой идем. Единственное, что почему-то подсолнухи мне не выдают энергии. Подсолнухи не спать. Вы будете мне давать это, энергию-то солнечную или нет? Вот, наконец-то пошло дело. Давай-ка мы с собой вот это вот надгробие уберем отсюда. У нас есть еще один ряд. Ну давай, наверное, будем заставлять его уже, скорее всего, бумерангами. Будем с собой... О-хо-хо, целая армия этих идет. Зомби-протарианцы. Ну-ка, всем на голову. По маслу. Так, еще поставим с тобой ледышечку здесь. Еще бомбанем кукурузой. Так, сколько нам? 53 секунды всего лишь нужно продержаться. Это не так уж и много. Главное, чтобы все не вышло из-под контроля. Так, они все стоят, да? Пока еще стоят. Отходят. Че, бросаем с вами, да? Бросаем следующий залп кукурузы. Вот так вот. Надгробие эти все надо уничтожать. Я же вроде убираю, откуда они появляются-то здесь, а? А, ну правильно, тут новые вон вышли. Чудики-то. Естественно, они и выставляют вот эти вот надгробия. Так, уничтожаем. Если мы уничтожили надгробие и вместо него поставили свое растение, они смогут потом снова сюда выставить или нет? Я этого не проверял. Ну вот наверху их там что-то слишком много, мне кажется, да? Смотри, здесь и вот здесь, вот в этих рядах.
Нам 17 секунд всего лишь продержаться. То есть мы можем их просто продержать в заморозке. Подожди-ка, а мне нужно еще зомбарей. Тут, оказывается, надо было убивать. Ёлки ты палки. А я-то что-то про это и забыл. Смотри, я не уничтожил нужное количество зомби. Поэтому уровень, скорее всего, у меня не пройден получится, да? Видимо, так оно и будет. Хотя нет, ребята, я выиграл. Всего мне 5 карточек живуна достаются. И плюс еще 5 гемов я заработал. Приятный такой бонус. Так, у нас еще есть с тобой энергии на 2 разика. Но я думаю, что, наверное, не стоит. Хотя вот здесь вот можно было бы, да? Что тут? 4 гема в копилку прилетело бы мне. Ну, для этого придется опять растения брать. А мне, честно говоря, неохота. Неохота мне тратить. Ладно, пойдем с тобой проходить основную сюжеточку. У меня, кстати, сколько перчаток? Я вот этого не посмотрел, ребята. Есть они вообще для арены? Я хочу сходить и подраться маленечко на арене. Дай-ка я выйду отсюда. Гляну, есть у меня или нет. Если нету, то, конечно, не будем. Так, закончился турнир. И что я зарабатываю? Я что-нибудь заработал себе? Ничегошеньки, мне надо вот эту пиньяту. К сожалению, у меня нету перчаток. К сожалению. Соответственно, выступать я не могу, да? Или могу? Могу сыграть бесплатно. Здесь как раз дадут перчатку мне. Фриплей, поехали, друзья мои. Против Вава я буду драться. Ну-ка, такой он себе аватарочку взял. Злобные брокколи, судя по всему. Ну что там, 3 часа. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что мне тут надо взять? Так, ну возьмем, наверное, кактусенка с тобой, да? Кактусенка возьмем. Тут очень много летающих, кстати. Летающих на стрекозах. Значит, нам нужно их тоже как-то уничтожать. А кем? Возьмем бумеранг. А, это же босс у нас, ё-моё. Это босс. Так, что ж тогда нам сделать? Фасоль. Ну, и, наверное, нам надо взять с тобой большой вот этот вот орех. Ну что, ребята, погнали. Этих бы как-то оттаять. Давай выставлять. Потом... А, Let's Rock, конечно. Басера появился. Угу. Ну чё, поехали. Раз пошла такая малина. Бомбанули. Ну вот куда вот он летит? Вот скажи ко мне, куда этот чудик там разлетелся? Давай кактусят выставлять как можно больше. Да ну. Хорош, я тебе сказал. Так, что-то они меня, по-моему, ребят, здесь прожимают. Судя по всему. Куда ты полетел-то там, а? Кактусенок. Так, давай здесь. Я не знаю, ребята, они пролетают со всех сторон. Причем вот что я тебе хочу сказать. И как мне тут, извини, как мне тут выжить? Ну-ка, давай так вот бомбанем. Ну, кактус, ну что-то вообще слабенькое. Так, конечно, у нас тут сейчас сработают наши вот эти вот косилки. Они здесь, конечно, закосят их всех. Так, давай сюда поставим, попробуем. Слушай, ну что-то их уж больно дофига. Уж больно их тут много. Давай сюда орех поставим. Так, ну куда ты, вот куда ты летишь? Все-таки сработала, да, косилочка наша? Все-таки сработало. Так, ладно. Отбиваемся, друзья мои. Как можем только отбиваться нам надо. Все способы здесь хороши. Все способы важны. Так, кактус сюда поставим с тобой. Фасолину зарядим. Так, все-таки здесь косилку, да, тронули. А ну-ка.
Кактус, молодец, красавчик. Давай вот так вот сделаем. Сюда, наверное, фасолину выставим. Что за звуки? Что он достал меня, ребят? Сколько нам нужно? Пока мы проигрываем, по ходу дела, да? Но это пока. Что там дальше будет, я не знаю. Вот опять косилка сработала. Отдай сюда. Что-то как-то уж вообще тут по-жесткому они разгулялись, если честно. Совсем по-жесткому. Ну, по ходу дела, мы проигрываем. Я по очкам, ребята, ну, просто фейлюсь в данный момент. Ты сам прекрасно видишь, у меня 28 тысяч, у него 48 тысяч. А времени 30 секунд последние, которые, да, у нас тут идут. 30 последних минут. Секунд даже, каких минут, о чем я говорю. Нет, он все равно как-то уж больно бомбит. Мне его не опередить, ну никак, никаким образом здесь. Все, я фейлюсь. Да, я тут проиграю, судя по всему. Ну, понимаешь, дело в том, что еще растений я не брал здесь мощных с собой. Все, по времени, да? Я лузы, естественно проиграл. Смотри, он какую брал комбинацию. Он брал Снапдрагона, Бонгчой и этот. И выиграл ими. А я, к сожалению, ни шишарики не выиграл, потому что я просто проиграл. И бесплатные попытки мне наверняка не дадут больше, да? Угу. Только лишь за перчатку. Ладно, ребята, ну, не свезло мне, что я могу сделать. Зато пойдем мы с вами проходить основную сюжетку. То есть приключения, да? Только нам нужно не самое первое приключение, а мы завершились вот здесь вот. В наших ледяных мирах. Морозный биом, как вы его называете. Так что продолжим. Там как раз, кстати, новое растение получим, если пройдем здесь. Так, зомби готовы. Значит так, что, я не могу взять подсолнух? А, подсолнух уже взят. То есть мне нужно добрать, да, определенных юнитов себе. Это будет у меня росток электрический. Также я, наверное, возьму здесь шипы и бонгчой. А, бонгчой, все, больше не могу. Все, ребята, поехали. Вот таким вот отрядом будем с вами как-то отбиваться. Подсолнухи, конечно, нужны. Вот эти нужно оттаять, судя по всему. Ну, оттаем, ничего страшного. То есть они в любом случае в безопасности находятся у нас, вот эти вот два подсолнуха. Потому что зомби здесь не пройдут, их будет все время вниз скидывать. Так, начнем с росточка и, пожалуй, с шипов. Вот так, давай здесь тоже солнышко. Ой, солнышко, подсолнух растопим. Так, погоди-ка, что-то у вас тут много идет. Мне надо уже действительно на что-то посерьезнее накопить. Такая музыка еще прикольная. Музыка прикольная здесь на самом деле. Вначале мне показалась нелепой какая-то, но если смотреть на нее как на игровую, то очень даже прикольно звучит. Так, я могу, в принципе, поджарить их всех. Но я этого делать не буду. Я буду их просто бомбить всякими шипами. Ну, чем-нибудь попроще, да? Так, а вот этот вот у нас... Что он делает? Ну, по-моему, стреляет снежками. Он стреляет снежками. Это я тебе точно говорю. Так, а если я вот так вот сделаю? Ну-ка. Оба! Вау, классно бомбит. Мне понравился. Мне под... Тихо, не надо тут никого мне замораживать. Что-то мне вот это вот не нравится, друзья. Он подошел, ага, все. Подбили мы его. Вот здесь нужно очень много чего поставить. Вот и сюда вот шипы надо влепить. Так, они сейчас пойдут вниз. Они сейчас все пойдут вниз, ё-моё. Это не есть хорошо. Заморозили, а? Мои бедные маленькие подсолнухи. Так, давай-ка вот так сделаем с тобой. Про орехи я просто забыл. А они здесь нам нужны. Орехи, все, тому подобное. Так, давай мы этот подсолнух оттаем. Вот, вот это вовремя прилетело мне.
Так, что нам вот сюда лучше бы, наверное, поставить. И орехи, надо орехи выставлять. Ё-моё, там усиленные зомби идут. С ведрами. Это плохо. Блин, мы этого-то подбить сможем или нет? Или он в наглую пройдет, походу, дела. Эх, бедный ты мой подсолнух, съели тебя. Ладно, у нас тут с тобой есть бобер. Вот так он всех там промял. Ну, мы не можем справиться. Ты посмотри, вот он идет в наглую и все. Хоть ты тут что сделай. Денег маловато идет. Ну, денег, энергии, я имею в виду, солнечной. Все почему? Да потому что у нас подсолнухов мало. Подсолнухов мало, да и замороженные здесь, видишь, стоят. Это тоже не есть хорошо. Вообще надо было, ребят, смотрите, видите вот этот вот ряд, он безопасный. Здесь надо было выставлять на подсолнухи, а уже вот здесь выставлять всяких там бойцов невидимого фронта. Ты понял, да, о чем я? Так, шипы давай оттаивайте. Сюда я поставлю орех. Ну, слушай, есть шанс нам пройти здесь. Осталось совсем немножко тут всяких зомбарей. Я еще немножко усилю нашу армию с помощью вот этих электрических ростков. Так, давай здесь оттаем. А тут поставим шипы, чтобы они стояли уже на шипах, как говорится, и получали урон. Нечего тут прохлаждаться. Че, все, лишился руки, да? Охламон. Сразу побежал, да? Все, ребят, завалили. То есть, говорю пополам, я прошел этот уровень. Конечно, да, немножко я здесь глупил. Надо было действительно вот наверху ставить подсолнухи. И внизу чисто вот 4 подсолнуха было бы. А вот здесь чисто боевое поле было бы. Но, тем не менее, получили мы с вами фрукт. Нет, это, наверное, скорее всего, овощ. Да. Это у нас овощ. Я надеюсь, на этот раз мне его откроют. Ну что, готовы, друзья мои? Я так лично вполне. Мы с вами перешли на следующий уровень. Пришел Дэйв. Опять взбаламученный, как всегда. А зачем мне сиамских близнецов дали вон там? Кто мне это скажет? Причем сразу замороженных. Ладно, давай посмотрим, что мне здесь дали. Вот, ну наконец-то, наконец-то мне дали вот этого паренька. Возьмем вот так, так, как-то все, нам пригодится. Орешек здесь нужен будет 100%, я тебе говорю. Возьмем фасолинку. Возьму стебелек электрический. Наверное, кукурузка не помешает. И без подсолнухов, что ли, мы... Нет, подсолнух мне нужен. А что ж тогда будем делать? Давай тогда берем, наверное, кукурузу. Да? Так получается у нас. Ну что, рискнем? Друзья мои, рискнем. У нас все равно выбора нету. И получается верхняя дорожка, вот самая верхняя, она безопасная. Поэтому здесь я буду выставлять именно подсолнухи. Именно здесь будем выставлять с вами подсолнухи. Просто вот целый ряд здесь и целый ряд внизу. А вот здесь вот, вот здесь вот, нам придется с тобой офигенную, как говорится, делать оборону, защиту. Так, ну этот первый зуб. Слушай, а как он здесь пройдет, интересно, если здесь стоит лед? Он его будет толкать? Он его будет толкать или нет? Не знаю, ребят, что он делает. Давай-ка мы его растопим, чтобы он нам не мешал. Опа, орешек сейчас лопает. Здесь будем уже потихоньку выставлять вот с тобой. Также еще один бобовый нам пригодится. И пускай уже будут сиамские близнецы оттаянные, будут стрелять. Вот такая у нас будет с тобой комбинация. Причем довольно неплохая. А здесь я также поставлю защиту, чтобы они сразу не смогли сюда пройти, если что, задерживало их здесь. Так, опа, опа, опа. Да ты посмотри, что делать. Взяли, смотри. А, нет. Хорошо, что мы его успели побить. Так, теперь надо вот здесь вот что-то делать. Внизу. Так, ну здесь ладно. Поставим с тобой фасолину. Дальше. Опа, опа. О, у меня кактусенок, оказывается, под ультой выставляется. И это классно. Ульта, это классно. Ой, а здесь смотри-ка. Вот это вот плохо. Вот это плохо. Надо срочно орех ставить. Можем мы его забомбить? Смогли. Причем довольно легко. Значит, фасолинку выставляем сюда. Так, а здесь-то у нас рядок, смотри.
Про эти-то редки я забыл. Давай, конечно же, выставляй защиту. Защиту, наверное, стебелек электрический поставим сюда. Подсолнух мне заморозили, а? Так, смотри-ка. Бомбит потихоньку наш этот сиамский близнец-то. Сюда защиту. Можно, можно применить, кстати, ульту. Но я думаю, что пока не стоит. Выставим, наверное, еще один стебелек. Пока никто не заморозил. Ах ты, смотри, что делает. Вот этот вот шитик. Он бомбит издалека. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем с тобой вот так вот фасолину сюда положить и все. Так, здесь мы разморозим. Здесь перекроем. Ой, а зачем здесь-то? Здесь не надо. Здесь у нас и так все хорошо. Здесь просто подсолнухи высаживаем и все. Так. Да, есть один нюанс неприятный. Когда вот эти вот чувачки идут. Вот они, вот. Когда они сверху идут, они просто стреляют. Мы их как бы уничтожить не можем, потому что наверху нет ни одного стреляющего растения. И они замораживают мои подсолнухи. Но это ничего страшного, я считаю. Это не критично. А критично вот, вот как вот он прошел? То, а, объясни мне, пожалуйста. Как вот здесь вот зомби прошел? А, когда у нас замороженный орех, через него можно пройти, что ли? Так получается? Другого объяснения у меня нету. Ну, давай. Сюда высаживаем еще подсолнухи. Ну, мне кажется, этот уровень тоже легкий. Смотри, уже практически всех разобрали. И финальная волна уже была или пойдет еще только. Вот так сделаем. Вот тут там фасольку съешь, олух. Будет тебе счастье. Да-да-да-да-да. Пробило днище у чувачка. Слушай, ну как-то все на хорошее. У него, кстати, дамаг нормуль, мне нравится. Вот и все, друзья мои. Вообще без каких-либо проблем прошли. У нас еще и монет с вами. Почти 13 тысяч. Шикарно, живем. Кто там у нас? Чарт-гвард какой-то откроется скоро. Кто такой? Ну что, переходим сразу на следующий уровень, да? Поехали. И что у нас здесь? Опять же, да? Это все выше. Так, они, как они будут идти-то? Я что-то не могу сообразить. Понял. Сюда, значит, нам выставлять орех нужно. Опачки. Нет, все нормуль. Все нормуль. Вот сюда поставим. А это у нас замораживает, по-моему? А, сдувает. Сдуваем мы их. Окей. Так, давай вот здесь вот поставим. Я не знаю, мину, наверное, сюда куда-то надо. Вот сюда вот влепим мину с тобой. Здесь пускай у нас бонг чуй. Так. Орех начинает лупить. Я не позволю, да? Опачки. Точно, орех, когда замороженный, друзья, он не работает. Через него могут пройти зомби. Надо это иметь в виду. Но, как ты видишь, мне не дают эти, как вот, картошку горящую, да, чтобы я смог растопить. Плохо. Хорошо, давай отбиваться. Пока вроде бы все нормально, держим под контролем все. Давай сюда поставим, наверное. Везде у нас тут будут орехи. Блин. Эти растения, конечно, желательно надо было ставить ближе к орехам, потому что они их растапливают своим жаром. Они своим жаром их растапливают, и мы можем... Так, бонг чуй, куда тебя влепить? Давай сюда поставим тебя, так уж и быть. Что-то мне дают очень много вот этих вот растений, которые сдувают и замораживают врагов. Так, а это кто там у нас? С ледяным каким-то шлемом идет чувак. Прикинь. Ну-ка, сдуйся отсюда. Смотрим, смотрим, что тут происходит. Их все больше и больше и больше. И все они с этим ураганчиком приходят. Так, справимся, как думаешь? Они пока орех там лупят. Вон что, вроде бы разбирается. Но мы можем подсобить маленечко, конечно же. Вот таким вот образом.
Эй, ну вы еще давайте прям ко мне туда заедьте. На мою базу уж сразу. Чего уж тут? Почему бы и нет? Все, их, все дальше и дальше их ветром-то поддувает. Ты видел? Орехов почему-то мне больше не дают. Если они сейчас орехи эти съедят, это будет труба для меня. Так, тут, наверное, надо их сдуть. Так, орехи, орехи, орехи. Где орехи? Где орехов нету? Орехи, по-моему, везде есть. Давай, наверное, вот так с тобой применим. Бамс, бамс, вот это классно, вот это мне нравится. Так, смотри, видишь, у нас тут орех замороженный. Блин. Плохо. Орех замороженный, и значит, через него могут пройти зомби. Это мне невыгодно. Так, мина. Зачем я мину сюда ставлю? Кто мне скажет, а? Она здесь бесполезна. Она здесь бесполезна. Так, пускай здесь бонг чой стоит. И сюда еще минку. Так, а это у нас последний, да? Зомби идут. Волна уже была. Окей. Так, ну что, давай еще сдуем их. Мы их сдули. И бонг чой, вот здесь еще. А, там стреляется, да? Там стреляется ханорик. Еще сдуть разочек. Почему мне дают только вот этих вот ветродуев, а? Все, бонг чой замороженный, бедняга. Его заморозили, ну. Видишь, тут всего лишь одно растение дальнобойное. Остальные бонг чой. Зачем я их тут две штуки влепил, ума не приложу. Две штуки — это перебор. Ага, минус. Минус, остается вот этот ханорик и вот этот вот. Ну, этого мы сейчас расстреляем. Ну, бомбите, бомбите. Цветочки, фруктики, овощи. Бомбим, есть. Все, друзья, победа. Фу, ну я не скажу, что здесь было сложно. Оу, пиньята, обожаю, когда она дает пиньят. Сейчас что-то мы из нее достанем. Стопудово какой-нибудь новенький фрукт, овощ или цветочек. Ну, показывай, что ты хранишь в себе. Деньги, 100 монет. Ага, я так не пойму, это редиска или что у нас за растение? Батага, кто там батабага? Что такое? А-а-а. Окей. Так, у нас с вами очередная миссия. Выбрать. Ох ты, тут у нас, блин, подожди-ка секунду. Давай-ка мы с тобой сходим, наверное, к себе на огород. И возьмем что-нибудь. Я могу взять орех. Так, надо посадить еще, кстати. У нас есть место. Плюс у нас жужжук летает без дела. А ну-ка, давай, иди сюда. Ну, так-то оно будет лучше. Возьму лужайку шипастую. Возьму орешек. Так, сюда поставим. Посадим семя. О, кактусенок, это хорошо. Так, полей вот этот и вот здесь вот. Не знаю, 3 стрелы стоит ли его брать вообще. Я им не пользуюсь. Давай возьмем вот этот вот. Горох вот такой вот. И все, я думаю. Пока, пока все. Надеюсь, мы с вами справимся. Вот таким вот отрядом. Да по идее должны. Я уже не думаю, что здесь будет чересчур там сложно. Так, определяемся. Возьму росток. Я что-то так этот росток полюбил. Не знаю, будет ли какая-то альтернатива, замена мне. Кстати, а вот что вот это значит? Ребята, вот, вот это, видишь, электричество? Ну, моргает, как бы. Это что, стрелка? Я могу их открыть или купить, или что? Почему? Видишь, тут на многих вот такая штука висит. Так, ну, нам нужен с тобой подсолнух, нам нужен орех, нам нужна вот эта лужайка. И, в принципе, все, этого мне будет достаточно, надеюсь. Поехали. Начинаем, естественно, с подсолнухов, как всегда. Значит, здесь все будет выше и выше. То есть вот эта вот линия должна быть защищена просто на отлично. Просто на отлично. Три волны здесь будет, кстати. Значит, выставляем с тобой орехи сюда. Бронированные. Пускай пока стоит. 200 энергии нам нужно. 250. Я, наверное, думаю, что сюда мы поставим с тобой кактус. Хотя мы можем его так сделать. Окей. Так, давай дальше. Так сделаем.
Выставим по периметру, пока у нас будут стоять бронированные орехи. Накопим с тобой, наверное, на кактусенка. В первую очередь поставим его здесь. Бонг-чуя у меня нету, так что без него. Сегодня будем без него драться. Кактусенок, давай. Давай, 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 атакуй, родной мой. Слушай, он довольно бомбит, не кисло. Кактусенок-то этот. Я бы даже сказал, очень хорошо. Так, выставляем с тобой стеблючек. Ох, а как вот этого шитика подбить? А, подбивает кактусенок его, походу дела, да? Может подбить. А, он перелетает. Ё-моё. А чё ты такой живучий? Объясни-ка мне, пожалуйста, а? Слушай, живучий вот этот. Блин, это плохо. Друзья мои, что он может вот это все дело перелетать? Так, ну-ка давай вот так вот применим. Окей. Выставляем сюда нашу вот эту штуку. А зачем я ее взял, ребят? А, ну вдруг, мало ли, здесь будут эти опять, да? Чувачки ледяные там идти. Он нам поможет. Так, а здесь я все-таки поставлю, наверное, орехи. Я не знаю, этот чудик, наверное, перелетит даже через орех. Точно не уверен, но посмотреть можно. Если он, конечно, успеет. Так, и надо вот сюда, я думаю, знаешь что, выставить, если целый ряд кактусят, то это будет вообще имбово. Ну, мне так кажется. Могу ошибаться, конечно, но кактус хорош. Он бомбит, тем более, по всем рядам. А если здесь их будет много, то они будут, естественно, атаковать по всем. А ну-ка проверим. Ну-ну-ну, вот, видишь? Этот чудик даже не успевает взлететь, как мы его сразу уничтожаем. И это мне уже нравится. Так, что бы нам с тобой замутить такого? Давай, наверное, вот так сделаем. На всякий случай. Пускай бомбит. Кстати, здесь лепесток сейчас должен вылететь. Вот из этого паршивца. А ну-ка. Да, вот он, лепесточек. Мы можем применить куда? На кактус, но пока не стоит. Еще не так уж, как говорится, страшно. Не сильная угроза. Ох, ё-моё, а вот теперь есть угроза. Ты посмотри, сколько их вышло здесь. Сейчас кактусята у меня будут здесь наяривать по полной программе. Погнали. Мало, да? Не хватило. А вот теперь зашибись. Просто порвали их. Слушай, уровень какой-то изи, на самом деле. Что нам здесь выпадает? Монетки. Отлично. Ну что ж, двигаемся тогда дальше. Так, мы с вами заработали пиньеточку. 100 монет. Шикарно. Оу. Так, не хватает, да, нам, чтобы улучшить? Буквально одного. А здесь... трех. Ух ты, бонус. Это что у нас такое? Что это за шампиньон такой? Каулиповер. Нет, это не шампиньон, это какое-то растение, ребят. Так, и еще я получил гемы. Обожаю. Обожаю, когда вот так вот все происходит. Так, у нас здесь ивент на арене, да? Комната практики. Получишь 3 конфетки. А здесь у нас... слушай-ка. А, ну это я получу на следующем уровне, да? Next level. Поехали. Опять Дэйв тут что-то недоволен вместе со своей машиной. Вот такие. Опять эти будут у нас чудики, да? Ох. Тогда мы делаем с тобой вот так вот. Горохострел. Давай начнем защищаться. Ну вы будете мне выдавать-то растения хоть какие-то? Что-то замедлились. Так, выставляем. Блин, а как же мне вот с этими-то быть? Как мне с ними быть? Так, ну этого мы откинем. Пью. Что если я так сделаю? Он перепрыгнет, да? Нет, не перепрыгнул. Хе-хе-хе. Тихо, тихо, тихо. Я про нижнего-то забыл. Смотри, внизу-то зомбарь идет. Ёлки-палки. А я расслабляюсь тут по полной программе. Ну-ка, давай его отсюда подальше куда-нибудь. Мне удивительно, почему здесь, ребята, вот эти вот вместо газонокосилок бобры стоят. С чего вдруг бобры-то именно? Так, не надо тут бякать мне. На-ка. Окей. А этот летит, летит. Но мы все равно по нему попадаем.
Даже несмотря на то, что он летит здесь. Так, мы его разобьем, интересно? Да, мы его уничтожили. А зачем мне дали сюда горячую картошку? Кого-то будут замораживать, что ли, по ходу дела? Ну да, вон они, чудики эти. С камушками. Бегут. Надо нам оттаивать, хотел сказать. А что его оттаивать, если он тут уже, ребят, практически все ушорканный? Ух ты, три стрелы мне дали даже. Даже три стрелы у меня здесь. Давай, 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 растаивай. Толкай их всех. Вот так вот. Стебелек. Давай сюда стебелек свой, росточек. Так, три стрелы. Работает довольно неплохо. Так, а что он, интересно, делает, если под ульту... О-о-о-о-о-о-о, ты понял, что он делает? Такой мелкий каратист. Так, еще три стрелы. Что-то как-то тут жестко. Наплыв. Это последняя волна сейчас будет у нас, друзья мои. Последняя волна. Нам нужно просто пере... Ох, ничего себе, куда его перекинули. Ты прикинь, куда его бросанули. Хорошо, что у нас здесь... Кто же такой, как сельдерей? Или как тебя величать-то, парнишка? Давай толкаем их тут всех. Чтобы никто тут не мешался у нас на дороге. О, три стрелы сейчас мы с тобой применим. Вот. Отлично. Так, давай оттолкнем их еще здесь. И я думаю, что вот так вот. Нет, не получилось, да, потому что он замороженный. Надо его разморозить вначале, а уже после применять. Оттолкнул их всех к ядрене фене. Ну-ка, вот так если... Иди отсюда. И три стрелы поставим сюда. Ну, в любом случае, этот уровень у нас пройден. Все, даже стебелек получил. Листочек, стебелек, какая разница. Все, этот уровень оказался вообще, ребята, легчайшим. Ну, я всегда так говорю, а потом, знаешь, локти кусаю. Когда там дальше мы с тобой продвинемся, там будет уже, наверное, сложно. Так, что мы тут с тобой откроем? Давай пиньяту, наверное, вскрывать. А пиньятки пока еще почему-то нету. А, ну все, я понял, ребят. Когда мы с вами откроем новое какое-то растение, чарт-кварт, тогда у нас и, типа, пиньята будет разыграна. Ну что же, очередной уровень. У нас, кстати, с вами 11-й день. Выживание против этих зомбарей. Тут, кстати, замороженные есть. Так, что? Мне здесь дали грибочек. Хорошо, пускай будет грибочек. Три стрел. Так, а что же нам с тобой влепить? Тогда, ну давай возьмем стебелек. И вот этот вот. Я думаю, что вряд ли вот этот чудик сможет перелететь через огромный орех. Я в это свято верю, что он не сможет этого сделать. Так, ну что, у нас с вами есть картошка, мы можем оттопить, да, этих зомбарей. Но будем с тобой выставлять пока. Идут, идут уже, а. Посмотри. Еще толком ничего не успел сделать, они уже побежали. Нет, мы можем, конечно, фас... Что? Не надо, еще таких пару метелей. И это плохо кончится для нас. Давай, грибочки, растите быстрее. Так, что-то у нас... Нет, стебелек справился со своей работой. Вот так вот мы сюда поставим. Грибочки, растите быстрее. Тут раз, два, три, четыре волны будет. Ё-моё. Четыре волны, слушай, это плохо. Давай сюда поставим стебелек. Слушай, а мне, я не взял ни кактусенка с собой, да? Ё-моё. Ни другое растение, которое у нас бомбит огнем. Ё-моё, я на что рассчитывал здесь вообще, интересно вязать? На авось, как всегда. Смотри, этот напрёгся, бедный. Напрёгся, но тебе повезло. Не надо было так сильно напрягаться. Пошла первая волна. Пошла первая волна, и мы с тобой можем что сделать? Вызвать грозовую тучку. Это первое, что может нам здесь пригодиться с тобой. Ёлки-палки, хорош, зомби, отвалите. Съешь фасолинку. Полегчает. Грибы, вы будете... Блин, они будут расти, когда будут оттаянными. Тогда они будут расти. Так, один гриб у нас вырос. Смотри, смотри, видишь, что он делает? Клюет там гадина все-таки. На!
Надо за этим делом контролировать, потому что, ребят, если они заморозят мне орех, то, естественно, через него смогут пройти. Мне этого счастья не нужно. Так, что мы можем с тобой сделать? Я даже не знаю, что мы с тобой... Много что можем сделать, а нужно ли это все? Так, сделаем. Накопить на 3 стрел нам, что ли? Тихо, ты смотри, что делает, а? Пролетает, да-да-да, именно этот ханурик здесь как раз и пытается пролететь. Хорошо, что мы его отталкиваем, сдерживаем, да, сказать. Давай вот сюда поставим. Сюда фасолинку влепим. И надо нам побольше шокеров влепить. Побольше шокеров. Так, тихо, 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 тихо. Что? Вот. И что нам это даст? Тучку грозовую. Пускай будет тучка грозовая, ладно. На-ка. 3 стрел. Вот сюда мы поставим. Так, здесь фасолину бросим. Пускай он там ее лопает. Слопал, да? Отлично. Так, эти пролетят или нет, ханорики? Я надеюсь, не пролетят. Мы их тут сдержим. Давай, давай, приземлись. Вот так вот. Фасолинку сюда выставляем. Так, сюда поставим. Я не знаю, сельдерей это или кто. Мне хочется его назвать почему-то сельдереем. Эй-эй-эй-эй-эй, тихо, тихо. Ты смотри, весь ряд у меня замороженный здесь был. Обалдеть, грибы замороженные, которые дают мне энергию. Не, так дело не пойдет, ребят. Да что ж такое-то, что ж у вас так много-то здесь. Идут просто в нагляк, понимаешь, в нагляк идут. Оттаиваем, конечно же. Размораживаем наши стебелечки эти. Сюда орех я выставлю. И фиг с ним, пускай грозовая туча летит. А кто их замораживает? Ветер, что ли? Или кто? Наверное, ветер ледяной морозит их. Опачки. Фасоль, срочно фасоль. Пускай лопает. Мне не жалко. Так, здесь размораживаем. Сюда мы с тобой поставим вот так. Что там за крики такие? Сумасшедшие какие-то. Да ну, хорош. Целый ряд прям заморозили вот так вот. В легкую. Совсем что ли припухли. И у меня нет растений, которые отапливают, ты понимаешь? У меня только горячая картошка. Но это очень долго надо ждать. Так, давай сюда. Ох, ё-моё, что сделаем-то? Стебелек. Поможет ли мне этот стебелек здесь? Навряд ли он мне поможет здесь. Давай фасольку тогда влепим. Все-таки, да, все-таки здесь пройдут. Ну ладно, хорошо, у нас здесь с тобой есть защита одноразовая, так скажем. А все дело в том, что здесь заморожено, ребята, понимаешь? У меня заморожены вот здесь вот растения. Они не могут ничего сделать. В принципе, все из-за этого. Так, тихо, стебель. Стебель, стебель. Давай вот так вот сделаем. Сюда выставляем фасоль. Здесь, естественно, нужно все это размораживать. Ну-ка, отталкиваем их. Норм. Пока вроде бы хорошо. 3 стрелы у нас тут замороженные тоже стоит. Естественно, от него толку ноль. Он никого не бомбит. Да когда же вы закончитесь-то, а? Будет когда-нибудь конец вашим этим походам-то? Идут, 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 идут. Хоть бы угомонились бы. Так, тут еще и чувачки бросаются, да? Чувачки бросаются, соответственно, они замораживают. Так. А если я растоплю? А, он там все равно покромсанный уже. Толку от него никакого не будет. На, ешь орех. Точнее, фасоль. Фасоль он съел. Так, мы этих отталкиваем. Ты смотри, опять он заморозил, а? Мы разморозим. Сейчас я ему фасолину под ноги суну. Вот так вот, пускай ест. Окей. Все, это последние, видимо, зомби у нас, которые идут. И сейчас мы с ними разберемся. Здесь, естественно, прикроем тылы. Здесь оттолкнем. И здесь вот так еще сделаем.
А вот что от них толку, ребята? Они просто стоят, у них уже нет вот этого вот шевелюры, которые они могут отталкивать, да? В чем тогда смысл их нахождения здесь? Лучше бы их тогда съедали бы, на самом деле бы. Так. Все, последние приготовления у нас тут остались. Я вот, наверное, фасолинкой их сейчас добью. Ну, ешь фасолину, гаденыш, не хочет, а? Смотри. Хорошо, тогда мы с тобой вызовем на дорожку тучку грозовую. Вот и все. И уровень у нас с вами пройден. Ах, вот что мы с тобой добыли. Ну, в принципе, ребята, неплохо. Защитник какой-то. Вот мы переместились с тобой на 12 уровень. Кстати, тут будет потом пиньята. Тут их очень много будет дальше. А какой-то квест мы выполнили. Ах, вот здесь вот еще пиньяточка нам выпадет. Ну, давай посмотрим. Так, монетки, 100 штучек. О, тыковка. Или болгарский перец. Защитник. И все, да, походу дела. Да, ребята, не густо, не густо. Но все равно приятно. Так, что у нас тут? Станион. Открыть станион и получишь еще пиньяту. Но я так понимаю, это если мы пройдем 12 уровень, да, откроем. Ладно, хорошо, давай еще 12 уровень попробуем пройти, чтобы получить еще одну пиньяту. Окей, тут слишком много что-то вот этих вот выкрутасов, ты смотри, и туда, и сюда. И мне еще нельзя подсолнух брать. Здоровски. Хорошо устроились, я смотрю, вы. Так, приступим, наверное, да? Возьмем этого. Орех. Орех, наверное, нам придется взять. Я так не понимаю, это нам нужно уложиться в 1900, что ли? Или как? Хм. Ни капельки не могу взять, ни эти. Странно. Ну, давай посмотрим, что они предлагают. Откуда зомби пойдут? Let's rock. Откуда зомби, говорю, пойдут? Покажите мне, пожалуйста. И кого мне нужно ставить? Наверное, как тусенок. Да я даже не знаю. Наверное, как тусенка придется ставить нам, да? Вот сюда вот поставим. Другого сюда, наверх, повыше, да? Уж не знаю, будем ли мы тут справляться. Но выбора-то у нас в любом случае нету. Да, я думаю, сюда вот влепим. Вот, пускай они тут вдвоем стоят и пыхтят. Ох ты. Прилетели птички. А интересно, они едят? Или не едят? Куда ты летишь-то, эй? Ну, будет есть? Ест. Значит, мы можем с тобой уничтожать, да, их с помощью фасолинок. Можем, в принципе, так. Что нам тут? Ёпарстэ, вот это вот не люблю, ребята. Заморозка пошла. Будут сейчас замораживать меня. Так, я могу, конечно, оттаивать их. А, сейчас... Сейчас не имею права, да, типа? Окей. Опа, просто взял. Оп, и заморозил. А если я вот так сделаю? Иди отсюда прочь. Угу. Слушай, я же могу... Но это будет плохо, да? Если я сюда... Так, этот чудик идет, смотри. Давай, давай, давай. А, еще наверху. Блин, да какого же лешего ты все эти кактусы там не заморозил? А? Упырик. Давай, давай, отлично. Стебелек получил. Стебелек, блин, получил, а толк от этого вообще никакого. У меня 125 энергии. Давай так сделаем. Твою же налево, а? Да вы достали. Ну-ка. Правильно, вот так вот их всех отталкивать надо. Все-таки сожрал, да, мне, походу, дело один кактусенок здесь стоял. Его слопали. В наглую причем, а?
Так, что мы с тобой можем замутить? Давай вот так, наверное, сделаем. Огненный обстрел. Так его назовем. Ну вот куда ты летишь, а? Жук. Это последняя... А, нет, вот последняя волна. Ё-моё. Вот она, последняя волна у нас пошла. Ну чё, давай, наверное, сделаем обстрел с тобой. Пока они все в кучке тут стоят. А листочков больше нету. Листочков больше нету, я тебе хочу сказать. И у меня вообще нету больше... Ай-яй-яй. Слушай, если... У нас везде бобры целые, да? Целые. Так что не страшно ничего. Даже если они сейчас куда-то смогут пройти, а пройдут, наверное, здесь вот внизу, то их бобрами и снесет всех. Ну, а остальных, я думаю, мы сами с вами разберем. Сможем, должны разобрать. Но смотри, 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 идет в наглую. Вот, минус один. И все, а, вон еще, наверху. Наверху, да, друзья. Ну, я считаю, что кактусенок, на самом деле, очень хорошее растение. Очень классно помогает. Оно бомбит не только вперед, но еще и назад. А вот теперь мы посмотрим, что нам достанется из этой пиньяты. Хотелось бы что-нибудь новенькое, хорошенькое, но... Ну что? Смотрим, так, деньги, 100 монет, ни больше, ни меньше. Опять вот эта вот редька, или кто там? Ротобага. Окей, он, кстати, готов у нас проапаться, между прочим. Ну что, пойдем, наверное, зайдем с тобой. А куда? Где у нас апаются растения? По-моему, на карту надо выйти. Квест комплит. В плане, квест комплит. Так, мы с вами на 13 уровне в данный момент. О, еще получил гемы. Кстати, смотри-ка, сколько у меня уже. 52 гема. Слушай, это круто. Заходим в этот альманах в наш. И ищем, ищем растения. Ну да, можем прапать. 1000 тратим. Не жалко. Дамаг на 10 единиц увеличился. Так, смотрим. Сколько это? 100. 100 гемов нам... Подожди, зачем я это сделал? Зачем я закрыл? Я еще, по-моему, не все посмотрел там. Можно мне вернуться в мой альманах и досмотреть до конца все это дело. Окей. Значит, получается, что все, да? Все, что мы могли. А сколько здесь-то нужно? А почему он, ребята, платный, если... Если я на него собирал эти, как говорится, чомпер. Чомпер его увеличать. Если я на него собирал... Ну, осколки, так скажем, да? Карточки. А он все равно платный. Логики не вижу в этом. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы будем с вами закругляться. Да, мы прошли сегодня нормуль. Продолжение, естественно, у нас будет с вами в следующей серии. Так, 13-я, да, у нас миссия. А тут всего их... Их всего здесь 30. То есть 17 миссий еще впереди. Ну, думаю, за серии 2 мы, наверное, осилим. Не спеша, так сказать. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.